Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я сейчас учусь в Москве, но родом из Ярославля. С Игорем Алексеевичем Гришиным, благодаря Игорю Алексеевичу Гришину, я познакомился с такой игрой, как Го, даже не игрой, а с стратегическим Го, которая помогает человеку развивать его потенциал, причем он позволяет очень сильно развивать умственные способности, когда ты смотришь на доску в целом, а не пытаешься как-то прочитать математически, как люди воспринимают. Люди играют обычно в эту игру, а пытаешься почувствовать всю доску в целом, у тебя совершенно по-новому начинает работать ум, совершенно по-новому начинаешь ощущать не только саму игру, но и в дальнейшем мир, что помогает и в работе, например, мне очень помогает в работе, в учебе. И в дальнейшем стратегическое Го может использовать практически каждый человек и добиться благодаря нему больших успехов. И какое ваше мнение, Анатолий, вот об этой книге, которую я успел вам подарить на нашей первой встрече? Я ее прочел достаточно быстро, как на одном дыхании. Она немножко странно воспринимается по отношению к другой художественной литературе, но в ней... Не заметен какой-то смысл, после нее мне стало, скажем так, гораздо легче играть, упражняться в Го. Мне она очень понравилась, но думаю, с первого прочтения понять смысл этой книги даже частично не удастся. Наверное, нужно будет второй, третий раз прочесть, но я думаю, этого стоит. Спасибо, Анатолий. А вот такая книга есть у вас? Задачник, тренерный рефлекс? Нет, такого. Хотелось бы теперь вручить вам задачник. Тоже интересно, следующий раз, если мы встретимся, то интересно оценка будет. Его нельзя там прочитать весь, начните решать задачи, вот та, которая пойдет, скажем, пусть из серединки, пусть с конца, неважно, откуда вас потянет на решение. Хорошо. Главное, без насилия, чтобы было в охотку в интерес. Спасибо большое. Удачи и до встречи. Вам тоже удачи. До свидания.